Магілёўский медицинский колледж отзначает 175 год с дня заснования. Это на самом деле центр медицинской эдукации в области. Теперь у колледжа учится больше за 1000 человек по 4 актуальных медицинских специальностях. У 175-годового юбилея медицинской эдукации в области побач с колледжем открыли памятный знак. И он рассказывает про основные вехи развития этой установы. А починалось все с научания повивальных бабок. День сегодняшней установы – это больше за 1000 наученцев по 4 медицинских специальностях. Летось открыли лабораторно-практичный центр. Теперь практичные веды отточивают на роботах-манекенах. Когда мы сюда пришли, конечно, вот эти все новые технологии, это очень интересно, тут больше реалистично. Если раньше мы могли просто в руку колоть, то здесь уже, правда, такие вот у нас манекены настоящие. Мы подключаем капельницы, оксигенотерапию делаем, как в больнице. Новые лаборатории позволяют проводить и объективно структурированный экзамен по сучасных потребованиях. Теперь экзаменатор дистанционно, проз камеру назирая за деяниями экзаменуемого. Каждый кабинет, лаборатория, где будет проводиться экзамен, он оснащен компьютерной техникой, видеокамерами и звукозаписью. Для того, чтобы это было максимально объективно, то есть они находятся в отдельной комнате, только камеры, только симулированный пациент, и больше нет никого. Преподаватели все находятся за стеклом и смотрят только по видео. Будущие медики разбирают реальные выпадки и на видео, что так само позволяет больше якостно засвоивать материал. Ты уже на процентов 70 подходишь подготовленно к пациентам будущим, и новое оснащение дает как-никак прочувствовать все-таки все тонкости профессии. Поруч с новейшим обсталеванием працуют в опытные выкладчики. Их працу ни одна машина не заменить. Самое главное – это кадры. Кадры закаленные, кадры опытные. Наверное, вы видели, что сегодня у нас много ветеранов почтенного возраста, но это люди, которые еще умеют требовать, умеют спросить и умеют научить. Главное – это понимание, откуда наши корни и куда мы идем. И если мы правильно сегодня планируем свою деятельность, тогда и будет результат. Могилевский медицинский колледж протягивает писать свою историю. До речи сёлета знов обновляет набор по специальности медико-профилактичная справа. Сергей Пеклин, Александр Тарасов, Новин региона.